Всем привет! Вы на канале Supergirl. И сегодня я расскажу о своей коллекции спиннеров. Вот, они вот здесь вот находятся у меня. У меня всего 4 спиннера. Мне они очень нравятся. Сейчас давайте откроем и посмотрим. Коробочку я уберу. Начну вытаскивать по одному. Первый я вытащила вот такой вот спиннер. Это, как я понимаю, должен быть щит Капитана Америки. Сейчас откроем, посмотрим. Крутится довольно хорошо. Забыла вам показать, вот здесь вот видите. Я хочу еще купить. Кто знает, есть спиннер, прям как щит Капитана Америки. Вот такой вот. Я вот его хочу купить. Я засекала время, крутится этот спиннер довольно, ну, недолго. Где-то полминуты. Давайте его положим. Следующий спиннер – это вот такой коробочки спиннер. Кто знает, что это, у кого есть, ставьте лайки. Ну, что это за спиннер? Пишите в комментариях. Он находился вот в такой вот железной коробке. Ну, как коробочки. Такой. Крутится довольно неплохо. Очень классный спиннер. Называется штурвал. У этого спиннера есть один маленький секретик. Сейчас я вам его покажу. Смотрите. Вот эти вот штуки откручиваются. Вот смотрите, видите? Теперь он такой, не шести, а четырех. Можно еще вот так сделать. Смотрите, сейчас покажу. Чтобы вам было видно, вот они. Вот если сделать вот так, вот такой у него не будет баланса. И он будет очень плохо крутить. Вот так я могу делать. А если я начну вот так делать и вот так на одном пальце, он не сможет крутить. Смотрите, сейчас я вам покажу. В отличие от вот этого все. А, вот этого всего два. Видите? На что теперь похож этот спиннер? Это не спиннер, я даже не знаю, что это. Ну, прикольно выглядит. Что было видно? Вот так вот, как будто бы он не крутится вообще. Вот так вот тоже. Почти не сильно. Давайте сейчас закручу и покажу следующий свой спиннер. Извиняюсь. Теперь он опять выглядит как штурвал. У кого есть такой спиннер, ставьте лайки и пишите в комментариях. Переходим к следующему. Извиняюсь, но я забыла сказать. Сейчас я вам скажу, а потом начну. Вот этот спиннер крутится
одну минуту. Он крутится дольше, чем вот этот спиннер. Ну, по нему видно, он лучше. Этот спиннер я покупала за 100 рублей. А вот этот за 300. Крутится одну минуту. Ничего не могу сказать больше. Теперь этот спиннер. Видите, у него уже другая коробочка. Честно могу сказать, мне вот эта коробочка больше нравится, чем вот эта вот. Потому что если вот такую коробочку больше, ну, в таких коробочках больше помещается в коробку. Ну, как я думаю. И в них прикольно выглядит. Вот такой спиннер. Видите, у него вот здесь вот человек, ну, паук нарисован. Кто смотрел Человека-паука, смотрел Человека-паука, пишите в комментариях. Видите, он в отличие от вот этого спиннера и вот этого, он не такой, как все. Он классный. И крутится он почти 2 минуты. Только издает такой звук, который мне не нравится. Ну, как не нравится. Звук, в принципе, неплохой. Его купила за 200 рублей. Даже если вот этот вот я купила, ну, дороже стоит, чем вот этот вот спиннер, крутится он лучше. Ну, как лучше? Дольше. А вот этот вот крутится, как вообще его не слышно. Крутится как по маслу. Ну. Давайте положим его. И подойдем к последнему спиннеру. К вот такому. Моему любимому. Это неоновый спиннер. Самый классный, как мне кажется. Вот такой. Где-то я слышала, что его называют хамелеоном. Кто знает почему, пишите в комментариях. Крутится он, я же могу сказать, лучше, даже если есть вот такие вот звуки. Некоторые звуки от него. Крутится он, ну, намного лучше, чем это. И дольше. Вот этот спиннер крутится целых 2 минуты. 2 минуты 10 секунд. Я эти все спиннеры проверяла. Теперь знаю. Какой из них самый крутой. А какой самый такой. Если посмотреть, расположение неправильное. Вот так. Правильно. 10. 5, 3, 0. По баллам. По 10-бальной шкале. Теперь я попробую. Сейчас я покручу. Ручки мне нужно остальное убирать, не мешать. Я сейчас забыла, извините. Этот проиграл, кто из них выиграет.
Мой брат умеет вот так вот с одного пальца. Вот так вот. Кто-то перекидывает. Ну, чтобы он перелетал, перекидывался на этом пальце и продолжил крутиться. И этот не умею. Этот остановился. Я один раз пыталась это цепить, но поставила по мне. Если просто стоит, то не будет. Никак. Сильно не смогу уйти. А, не получилось. Давайте попробуем расположить их по ногу. Сори. Ставьте лайки, кому тоже нравятся мои спиннеры. Мне они очень нравятся. На этом все. А вам остается поставить лайк и подписаться на наш с Янкой канал. Всем пока!